Как подружить детей разного возраста в одной семье? Часто это становится настоящей проблемой. Поэтому важно правильно готовить старших детей к появлению младших. Не спрашивайте согласия старшего ребенка на появление младшего. Так вы можете попасть в не очень ловкую ситуацию в случае отказа. А еще не упоминайте о многочисленных обязанностях и ответственности, с которой столкнется ваш старший ребенок. Это может попросту его испугать. По той же причине не сообщайте старшему ребенку о финансовых сложностях, с которыми, вероятно, столкнется ваша семья. А еще не говорите о том, что ему всем придется делиться с младшим братом или сестренкой. Лучше всего радостно сообщите ребенку новости о прибавлении и нарисуйте ему самые радужные перспективы. Позвольте старшему ребенку поучаствовать в подготовке комнаты малыша, выборе кроватки или игрушек. А еще вы вместе можете выбирать имя для маленького. Почаще знакомьте старшего ребенка с малышом уже во время беременности. Рассказывайте, что он делает в животике и как выглядит. Можете придумать вместе много забавных историй. А главное, всегда подчеркивайте, что его вы ждали точно так же. И помните, хороших людей воспитывают только счастливые родители. До скорого!